Чики-чики-чи, я-я-ца-ца. Сейчас будет что-то интересное. Эту игру я придумал еще в 2014 году, когда мы с нашей музыкальной джазовой группой Cheers ездили по гастролям и играли эту игру в свободное время. Друзья, всем привет! Меня зовут Раиль, это Хижина Музыкант, у нас в гостях Ярик Бро и Роман Канаграй с канала Гитара с нуля. Сегодня у нас экспериментальное видео, мы сегодня будем играть в приложение «Угадай слово». Один из нас подносит к албу телефон, в котором появится название артиста, группы или музыкального жанра, и двое должны будут помочь мне отгадать это слово. Давайте попробуем сыграть. Для этого мы скачали приложение «Выкрутасы», которое стоит... Кстати, 15 рублей потратились даже. Ссылка не в описании, потому что это не реклама. Смысл конкурса в том, чтобы ребята именно напели, наиграли, намычали песню артиста или жанр, который там появится. И причем балл получает человек, который угадывает, и балл получает тот человек, который подсказал. Да, правильно. Играть. Поехали, видно, да? Ага. Давай. Так, нажать надо, наверное. Не, все нормально. Не, нормально. Все пошло. Погнали. Так. Sugar, yes, been, та-та-та-ра-та-ра-та-та-ми. У него как будто яйца поджали. Sugar, yes, да. Been. A move like Jagger, another move like Jagger. Modern Five, что ли? Да. Yes. Дальше. Ай, блин, я знаю песню Modern Five, блин. Все, нет? Опа. Тихо, ты перехватил. Ну там было. Work like violence, break the silence. А, Депеш Мод? Ага. Да. Там вот так? Ага, вот так. А, это... вот это. Сейчас. Наверное, Сажи как-то раз. Та-та-та-та-та-та-та-та. Вдвоем с тобой, вдвоем с тобою. Нет, тоже не будет. Ага, вот так. Так. А, это стиль музыки должен это. Рок-н-ролл? Нет. Че там я? Дай все мне белые пыли, а я... Панк, рок. Да, панк. Да. Панк. Угу. Так, о! Майкл Джексон? Да. Хорош. Еще? О, так. А, вот эта группа такая... Как такое напеть? Давай, короче, пропускай, фигня. Время вышло, блин. Ну подожди, ладно, если время вышло, давай попробуем последнюю тебе напеть. Девушки фабричные с парнями встречаются. Ну, иногда... Иногда из этих встреч дети получаются. Фабрика звезд — это слишком длинное название. Тебе надо его... Группа «Фабрика». Да. Все, да, давай, ты теперь. Музыка, да, выбираем? Музыка, играть. Так. А нет, я не знаю. Пропускай. Вверх. Вверх. Так, да? Ой, правильно, нет, вниз тогда другой раз. Стой, это... Это есть... О, есть... А, есть... О, есть... А, с, это баритон, с, этот да, тенор... А. Нет, ну почти. Сопрано? Да. Чё? О, правильно. Короче, давай так. О, блин. Пропускай. Ну у них есть эта песня, подожди. Подожди. Это Боб Дилан? Дорс? Да. Ни хрена. Понял. Ну это известно, это чё? Нак-нак-нак-на. Гангам Стайл. Гангам Стайл. А я не знаю, как его, как кореец, короче, это толстый кореец, короче. О, все. О, этот. Блин. Агата Кри, я на тебе, как на войне. Да, да, да. Так. Угу. Подожди. Высоко. Юлия Савичева. На, так и полет. Есть вот так? А если так? Перегруз. Ну что, есть... На чем? На электрогитаре. Да. Ага. Я не... О, все, все. Пропускай. Давай. Давай, Лан, время вышло, время вышло. А, что там было? Там... А я не знаю. Музыка, в принципе, поэтому хреново. Музыка? Так, Ярик играет.
Поехали. Дальше. Спасибо. О, я знаю. Eagles? Не Eagles, да? Нет. Это будет стыдно, я знаю эту песню, ладно. Пошли, ладно, давай дальше. Подожди. Москва. Don't you go keep on. Listen to the wind. Scorpions были. Scorpions, yes. Давай дальше. О, это стиль музыки. Что ж ты, фраер, сдал назад? Шансон. Да. Дальше. Пошло? Так. Да, на это... большом воздушном шаре. Ёлка. Да. Да. Так, о, я. Вальс Бастон. Розенбаум. Да, поехали. Это... Music? Это, к примеру... Да, это... ну это если мы подскажем, то сразу он отгадает. Это мы должны наиграть. Наиграть? О, я наигрываю. Я наиграю. Терминатора, саундтрек. Во, да. Саундтрек, да, да. Попробуем. О, все-все. О, все-все-все-все. О, это... Блин, а как это? Это... А, вот-вот-вот. Давай. Да. А ну, как-то упражнение для гитары перебор. Называй. Нет, каждая отдельно. Нота, гамма. Дальше. Да, ноты, все правильно, да. Пропускай. У меня рука крестит. Так, а, так. Это жанр музыки этот. Да. Или. Хер с ним, ладно. Да там уже все, угадай, время вышло. Угадай, это жанр, подожди, стиль, ладно, музыки. Давай, давай еще раз стиль музыки. Хер, ну танцевальная какая-то, не знаю. Ну, какой танцевальный? Dance music? Нет. Не, самый главный жанр уж. Танцевальный? Хер знает, я не танцор. Ребят, хотите играть на гитаре реально что-то стоящее? То, что торкает вас, свежие, а не заезженные треки, которым уже 30-40 лет. Я вам в этом помогу. Welcome. Моя школа гитары и вокала в описании под видео, а также видеокурсы для домашнего обучения через комп. Хватит уже играть стандартные аккорды, сидеть на АМушке. Вы достойны большего. Играть реально то, что вам нравится. Абсолютно любые песни, как это я делаю в чат-рулетке или на улице, когда подхожу к людям. Это свобода. А свобода достигается благодаря обучению и знаниям. То есть сидеть на АМушке может каждый из вас, а вот играть что-то стоящее и действительно что играет по радио, в сети, это мало кто может. Дерзайте. Хижина музыканта. Второй раунд. Блин, кстати, вот так я не вижу. Получается. Надо на мой канал такую же снять прикольную тему. А, его надо так вообще снимать при встрече. Мы себе давали слово. Эшка. Блин, машина так времени, что ли? Ага, да. Да. Ух ты, Ярик, определи, быстрее меня сыграл. Так, блин. Я ну, дальше, я не знаю. Пропускай, да. Так. О, блин. Это крутая певица, но как ее напеть? Кичи-кичи, я-я-ца-ца. Ну, или как-то так. Кичи-кичи, я-я. Давай дальше. Кэти Перри, Билли, это Билли. Не-не-не. Бейонсе. Не, выше сделай. Это, подожди, это... Это понятие, когда ты, короче, когда ты в шоке. Я та-та-та, та-та-та-та, я та-та-та-та. А я суперзвезда. Да, нет, не пробовал. Ага. Так, вот. А, блин, да что тебе за... Что вы делаете? На губах играем. Часто теребишь. А, губная гармошка, что ли? Да, да. В старых видосах-то вроде было. Да, давай. Оп. А, вот пошло. Так, поэта. О, я знаю. Every time... А, не-не-не, не то. Сейчас. If you know we always love you. Whitney Houston. Да, да. Ага. О, этот, как его? Яблоки на снегу. Море. Нет, яблоки на снегу не он поет. Море, тихий ветер. Над тобой встают, как зори. Так, давай, яблоки это не он поет. Яблоки на снегу не...
А, ну и короче, сейчас, не, подожди, не смотри, давай, ты уже все время закончишь. Ну там типа это. Враг мой больше меня, друг мой. Градусы? Нет. Да. Да. 4. Как ты Юрия Антонова не отгадал? А, ты что, ну погоди, у меня не на языке был Антонов, надо было сказать. Блин, а у меня яблоки на снегу, потому что сорт яблок Антоновка есть. Яблоки это, вообще не то. А я по Ярику-то сразу понял, что Антонов почему-то. У меня тоже ассоциации, видимо, такие же. Вы гоните, что ли, это все? Хижина музыканта. Поехали. Давай. Вам как раз такая. Пропускай. Пропускай. Да-да-да, пропускай, пропускай лучше сразу, да. Ну, есть блин, даже шуточка такая, типа, ну ты поиграй на... А, флейта. Ага. Да. Правильно? Да, да, да. Дальше. Пропускай. Ну и еще попробуй. О, все. Подожди, как... Чего? Как, типа, можно гитаре, а можно... Балинсы. Балалайка. Ага. Да? Пропускать? Да. Да? Пропускай, да. Давай. Пропускай. Еще. Это знаешь, еще удача в этом, в этой игре нужна. Давай. Пропустилась? Ух, а че, сыки? У тебя все так... Да я знаю, но не изображу. Пропускай, давай, мне дальше. Кажется, изобразить. Пропускай, пропускай. О, нормально. Да. А, ну типа... Враг мой больше меня... Группа Градусы. Ага. Может, телефон надо было. О, хорошо, что? Пошло. Так. Еще? Ты кто что? Вообще? Знаешь, ты... Ты кто? Музыкант. Ну нет, ты кто по жизни вообще? Гитарист, человек. Да, гитарист, гитарист. Да, дальше. Давай. Где я учился? Я не учился. А, консерватория. Ага. Да, да, да. Раиль, подожди, а это подсказка, можно так подсказывать, нет? Ну а хер, как мы покажем? Ну короче, ладно, нам по баллу с тобой, Раиль, если я правильно. Все, прошло, прошло, прошло. Блин, ну я не знаю, не, подожди, ну и финальную покажем из-за того, что ты долго, смотри. А, ты не должен сюда смотреть. А, ну давай, а я не смотрю, давай. Дзинь. Дзинь. Не, он может смотреть, там же уже нету ничего. Это вот... Такой музыкальный инструмент. Треугольник. Такой музыкальный, говорит, треугольник показывает. Как ты догадался? Шерлок, ну как? Ну, лайк. Так, ну что, моя очередь, да? Давай, да. Не, я прокачаюсь, мне кажется, тут. Погнали. Так, три. Все, три, два, один. Один. А, вот это, сейчас тебе скажу. Девочки фабричные. Фабрика. Да. Еще. Все. А, ты там пропустил, ну ладно. К примеру, сейчас играет что? Что такое? Не музыка, а именно звук. Я не слышал просто, еще раз. Играю. Нота. Бас. Нет, что... Да, дальше. Да, да, давай. О, все. Тихо. О, этот. Мои мысли, мои скакуны. Газманов. Да. Давай, пой. О, тихо, сейчас мы попробуем. Тихо. Блин, нет, не попробуем. It's my life, Bon Jovi, Bon Jovi. Не. Так, это, кстати... Modern Talking. Не, нифига. А ну и хер с ним, давай. Вот. Давай, наигрывай, Раиль, как ты тогда наигрывал? Опять. Этот, хаос этот. Да, но это везение, да. Так, я такой не знаю, как играть, хотя... Этот, стыца... Блин, дурак! Давай. Этот, ну ладно, я знаю, кто это. Да-да. Так. Не, пропускай. Пропускай. Все. О, тихо. Так. Это было уже. Давай еще. Да, пропускай. Пацаны, рука болит. Так, Hello, it's me. Адель. Андеву. Да. Так, отлично. Не знаю. Пропускай. Дальше. Блин, что-то он какую-то фигню говорит. Все, да. Время. О, все, там было последнее. Что делал Раиль рядом со мной, когда я пел... Пуля просветела, грудь попала мне. Ну, Чижико? Допустим, он там играет. Тарадан, 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 тарадан. Баянист? Нет. Нет, по-другому только. Аккордеончик. Гармонщик. Третий вариант. Гармошник. О, почти близко. Гармонист.
Вот. Не знаю, это ответ. Раиль, это его игра, пусть он думает, это защита. Просто вытяну. Да, сейчас заключительный третий раунд, и мы будем выяснять, кто же собрал больше всего баллов, и закругляться на этом. На самом деле, так до утра можно сидеть. Погнали. Давай. Так, о, смотри. И лампа не горит. Так, засранец. И ждут календари. Врут календари. Сплин, сплин, сплин. Не-не-не, песня. Да. Да. И я... Романс. Да, 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 да. О, ой, играем. Давай, это ты давай. Группа... Но, не-не-не, именно, нет, именно что я играю. Соло. Да, да, дальше. Соло. Так, о, показывай, Ярик. Подожди. Где лучшие тусовки? У нас в клубе. Где лучшие подружки? Да. Дальше. Красава, Ярик. Пропускай. Пропускай, пропускай. Так. Пропускай. 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 Это я не слышал почти вообще. Твое вот имя, почти твое имя, только это. Пропускай. Пропускай, еще пропусти. Раз, еще раз пропускай. О. Ага. Так, а это, смотри, у меня вот такая акустическая. Угу. Электрогитара. Да. Да, 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 да. Дальше. О, я знаю. Титаник? Не, кто поет? Блин. Go. Ну не Хьюстон же? Нет. А вторую я забываю всегда. Ой, я понял. Ладно, пропустил. Так. А, блин, название песни типа. Do the Harlem Shake. Да. Harlem Shake? Да. Да. Ну тут, да, по-другому ее не изобразишь. Да, пропускай. Да. Ну Harlem Shake, да-да-да. Все правильно, да. Не знаю, пропускай. Как это сказать. Давай, пропускай, пропускай, у тебя будет последняя. Пропускай, успей пропустить. Кто, кто там был? Блин, что-то не вы... я не успел. Вот сейчас аккуратнее понеси, прям еще ближе к камере. Можешь немножко посмотреть, чтобы мы увидели, кто там... Не-не-не, сюда, вправо. Хорошо, а? Мы не можем, ну, Раиль, а давай так, мы, возможно, к себе поверни. К себе поверни. А, может быть, мы попробуем из... Мы не знаем, какое слово. Да, так не теперь получится. Теперь я должен вам балл кинуть, да? Да, да, да. Попробуй нам изобрести это слово. Я пытаюсь вспомнить песню ее. Давай. А! Снова курю одна. Ваенга, Елен. Да, да. Все. Блин. Бал, Ярик ушел. Ярик, молодец. Мама снова. А, ну и мне тоже, я же типа попал. Да, ты классно подсказал. Зачем я вам сказал это? Чё-то я сегодня вообще не в ударе. Да, блин, сегодня ты не в ударе. Приготовься. Ну, говорите. Eurovision from Russia. Блин. Пропускай, мне кажется, наверное, песню не вспомним. Я бы вспомнил-ка. О, яблоки на снегу. Да но какие яблоки? Опять песня. От Юрия Антонов? Да. Да. А блин, это не яблоки, не он поет. Вниз, 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 море, море. Давай, еще давай. О, все, пониже, ниже, ниже, пониже. Ниже, ниже. О, блин, заколебали. А вот как ее сыграть? Harlem Shake. Ну, пропускай тогда, я не знаю, мы с ним... Ну, короче, опять та херня, что у Раиля... Да-да-да, вниз, вниз, вниз. Harlem Shake, короче, это, да? Да, так. О, блин. When you're gone, turn it to my heart, but I listen to when you're gone. А не Лорак? Нет. Только за границей. А не Лорак за границей. Не знаю. Ниже, давай ниже, ниже. О, ну этот. Ну давайте. Квин. Да. Блин. Вы в два это. О, непонятно, давай. Кто и мне подсказал. Ты попала к настоящему колдуну. О, король и шут. Разбежавшись, да, давай. Король и шут. О, стиль Ярика. Давай. Стиль? Да, и панк. Ага. Панк. Угу. Молодец, что ты русское заиграл. Я, блин, там играл, хотел, давай. Типа... Так. Это этот, вот это. Стиль. Плюс.
Нет. Нет. Джаз? Да. Да, джаз. Рок. Да, да, да. О, прикольно. Дальше, еще. Еще. Все. Ага. Еще? Вообще, в общем, это типа что? И вот типа, и вот это что? И вот это что? Созвучие, сотрудничество. А, ты же не видишь, все равно. Короче, хер с ним, не, дальше. Давай дальше, дальше. Пропускай, это, посмотрите, как показать что-нибудь. Это песня же группы была. Ой, все. Ну, давайте что-нибудь там спойте, что было последнее. Подожди, песня группы... Давай, это давай. Группа такая есть реально, да? Да, 90-х была. Ты узнаешь их песню по-любому. Давай. Ты старый, Роман, ты самый старый среди нас. А, блин. А как это напеть-то? Я самый мудрый. Вечно молодой, ну-ну. Угадывай. Это уже угадай мелодию у нас. Не, ну песню-то я слышал, а даже не подумал бы, что это вот... Ла-ла-ла-ла. Я не помню название этого бреда. Но я помню, конечно, эту песню. Блин. Это рыба большая, опасная рыба. Акула? Да, да. Ну это. Ты знаешь вообще группу Акула? Нет. Финальная, да? Давай. И мне кажется, все, смотрите, бицуха как, нормально уже все появилось. Я задолбался держать телефон. У тебя теперь подставки будешь качать. А тут, кстати, трицепс появляется, а не бицуха. Я подставку просто подготовлю в следующий раз. Смотри, что там. Все, погнали. А, hello, it's me. Адель. Да. Все отлично. О, этот как дам сейчас тебе в это... Барабан. Ну нет, подругу. Бубен. Да, дальше. Так, а этот... Жанр. Сейчас... Жанр, понятно, да, но сейчас, ну, к примеру... А, сейчас. Круто. Понятно, спасибо. Электронная музыка. А, электронная, блин, хотел же сказать. Ну, ладно. Да. Так, а это... Это чувак... профессия. Да, музыка. Ну, такой... Гитарист, который... баянист, флейтист... Дальше, дальше, перебирай. Да, херсон, ладно. Так, тоже ладно. Музыкальный инструмент. Музыканты... сейчас она звучит в этой. Блин. Бас-контрабас. Улетай на крыльях ветра. Там она звучит. Скрипка. Ты не знаешь, это не отгадает. Это в грузинской музыке и так далее. Не знаешь, дальше, 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 дальше. Так. Блин. Это, короче, это для гитары. Ты, короче, играешь, она играет тихо. Ты такой раз и крутанул, и она играет громко. Блин, гейн, как он там называется? Ну, вся сам... херня вот это все. Сам... Куда ты втыкаешь? Звук снимать. Почти. Усилитель, короче. Выше силы не видно нифига. Чуть-чуть выше. А, блин, ты глянь ему слова. Так, Хэш, сейчас. Сейчас попробуем, подожди, наиграть. Все музыканты вместе. Да. Ансамбль. Еще. Побольше. Группа. Группа. Нет, когда... Когда... Оркестр. Да, да, да. Дальше. О, сейчас это синенькая юбочка, ленточка спасибо. В косе. О, вот, вот, это голубая луна. Голубая. Ну, Борис кто Мисеев. Поет? Да, Борис правильно. Вот и все, в этой игре нет победителей и проигравших, потому что это командная игра, все друг друга поддерживают. Таким образом, гитаристам, музыкантам, блогерам, вокалистам следует друг друга поддерживать в сети. Чаще коллаборироваться, общаться, снимать совместные видео, как-то помогать решать проблемы. И я надеюсь, что в будущем это случится. Так что, ребята, поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал, идем к 1 000 000 подписчиков. И ждите вторую часть, я думаю, она очень скоро выйдет. В нем уже будут новые гости. Надеюсь, пригласить музыканта вещает Леди Лео. Погнали!